Всем привет, друзья. Сегодня у меня вот такой симпатичный синенький 6-й iPhone, вот, и неисправная, точнее, после воды он у меня, он, видите, только что я его открыл, ничего еще не разбирал, вот. Капля воды, тут не капля, а целая лужа, то же самое вот здесь вот, причем я заметил, что дисплей раньше менялся, вот. Как-то его не очень добросовестно заменили, не сняли даже пластик. И, короче, здесь вот нету винта у нас. Короче, эту проблему сейчас нам нужно будет решить. Итак, разбираем iPhone. Снимаем заглушку. В отличие от своих предыдущих собратьев, iPhone 6 более влагоустойчив. Вот я уже несколько мокров 6-х айфонов, ну я имею в виду там 6 плюс, тоже разбирал и восстановил их. Вот. И восстановил успешно, ввиду того, что он действительно намного влагоустойчив, чем iPhone 5. Одной из причин данной влагоустойчивости является вот этот компаунд, вот, который нанесен, видите, да, на более мелкие элементы 6-го айфона. Вот, ввиду этого, конечно, вода не попадает на эти компоненты, и тем самым влагоустойчивость системной платы, она увеличивается. Так, первое, что нужно сделать, если телефон попал в воду, это, конечно же, вытащить батарейку. К сожалению, с айфоном у нас это проблемно, потому что не у каждого есть с собой отвертка, с помощью которой можно раскрутить 6-й iPhone. Видите, да, датчик воды мокрый говорит о том, что телефон был в воде. Если такой телефон принести в Apple Store на замену, то никто вам его уже не поменяет. Капли воды какие. Проверяем разъемы. Дисплей у нас нормальный, но есть вот здесь вот. Здесь вот у нас есть элементы влаги. Очищаем специальным раствором. Все это потом еще необходимо будет просмотреть под микроскопом. Итак, снимаем слот сим-карты. Смотрите на этот винтик. Да. Теперь до меня дошло, что данный каркас был просто поменен. Потому что оригинальных каркасов такого цвета не существует. Действительно хорошего качества. Видите, да? Убитая головка. Винта выталкивателя сим-карты. И вот эта вещь, которую сюда засунули, это контакт, он вообще должен стоять вот здесь вот. Недобросовестно его заменили, конечно. Уверен, что и винты многие здесь поменяли местами. Давайте что ли докрутим его до конца. Да, мастеров немерено. Thank you.
Итак, ладно, оставим, опустим этот вопрос. Давайте разберем. Давайте снимем системную плату, осмотрим ее. Довольно неприятно ремонтировать телефон после кого-то, особенно если что-то не докрутили. От этого никуда не деться, таких телефонов очень много. Так, друзья, ничего не буду говорить вам за винты, которые я сейчас скручиваю, потому что я уже вижу, их напутали. Вот. В моем случае. В вашем случае, если вам принесут iPhone, который еще не трогали, то обратите внимание на винтики, они большое количество винтов на 6 iPhone и большое разнообразие, скажем так, длина, толщина, резьба. Раскладывайте их так, чтобы не напутать ничего. Здесь мастер, который разбирал данный телефон, не сильно церемонился с этой проблемой. Так. Так. Здесь вот еще винтик. Еще один. Снимаем системную плату, отстегиваем камеру. Вот, пожалуйста, уже вижу серьезный след от воды. Вот он тоже также остался на каркасе, то есть видите, да? Давайте снимем эластичную заглушку, посмотрим, что у нас там. Здесь у нас чисто. Вот вижу на модуле Wi-Fi следы влаги. Здесь вот тоже, видите, да, вот этот защитный экран нам не мешало бы снять, наверное, мы его снимем. Здесь тоже такие незначительные следы, вот на разъеме батареи, видите, да, окись осталась. Я думаю, что телефон подлежит восстановлению. Не сильно-то и значительно, он мокрый. Вот, ну вот этот защитный экран я бы советовал снять, потому что довольно большое пятно здесь и на каркасе. Следовательно, вода находилась здесь, значит, она запросто могла зайти на системную плату как раз в этом месте. Поэтому давайте снимем этот экран аккуратно, потом после 3-4 процедур ВЗВ поставим его на место, конечно же.
Включаю защитный экран. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас абсолютно все хорошо. Вообще не вижу ни капли воды. Вот. Абсолютно все чисто. Покажу поближе, если зум позволит. Меня радует. Давайте поставим экран на место сразу. Теперь можно спокойно опускать УЗВ, не думать об этом месте. Запаиваем экран на место. Готово. Поставили экран. Здесь еще возле коаксиального кабеля. Итак, погружаем системную плату в УЗВ. Три-четыре цикла по 5 минут, я думаю, будет вполне достаточно. Такая грузовая ванна у меня. Там уже лежит у меня системная плата у Samsung еще одна. Залитый изопропиленовый спирт. Итак, друзья. После 3-4 циклов примерно 15-20 минут пройдет. Продолжим снимать, пока ставим на паузу. Итак, друзья, продолжаем. Порядка 15 минут провела системная плата 6-го iPhone у меня в УЗВ. Думаю, что восстановится, телефон включится. Не больно сильно уж она и намокла. В зависимости от состояния системной платы решается, стоит ли вообще ее помещать в УЗВ. Потому что бывают такие телефоны, настолько сильно
поврежденной водой, что визуально видно, что хана этому телефону, нет смысла даже, не стоит даже терять время на него. Если же незначительные повреждения, и телефон сразу принесли после воды, вот, то есть вот все варианты его восстановить. У нас тут рядом Средиземное море, побережье, и очень часто люди приносят сотовые телефоны, которые искупались в Средиземном море. Поэтому работы с мокрыми телефонами у нас хватает. Итак, высушили телефон термофеном. Заклеиваем все назад. Давайте проверим батарею. Не обязательно ее вскрывать. Достаточно подключить ее к блоку питания, и сразу станет ясно, рабочая она или нет. Включаем к блоку питания. Если зарядка идет на батарею, то все в порядке. Батарея заряжается. Три 20 показывает мне прибор. То есть подключаем к блоку питания, буквально на 5 секунд заряд моментально проходит. Если батарейка подзаряжается от 2,80 до 3,20, то, в общем-то, батарея рабочая. Итак, собираем. Собираем телефон. Давайте я не буду прикручивать каждый винтик. Сейчас сразу проверим, восстановился ли у нас телефон. Смотрите, как изощренно выкрутился мастер. Фломастер, который собирал этот телефон, поставил сюда прокладку. Это контакт от 5-го айфона. Видите, да? Благо, что винтик прикрутил.
родной. Бошку свернул, конечно, но прикрутил. Вот такие мастера у нас есть. Видите, да? Так, подключаем зарядку. Не знаю, работает ли этот дисплей, который принесли мне. Мне принесли новый дисплей. На случай, если я восстановлю телефон, то за раз надо будет и заменить дисплей, потому что свой дисплей разбитый. Поэтому давайте сразу подключим новый дисплей. Посмотрим, заряжается ли телефон. Так, батарея на нуле. Как видите, батарейка появилась. Вот. Я думаю, что все в порядке. Вот. Сейчас я поставлю на паузу, соберу полностью телефон, как он был, поставлю все эти заглушки, винты, ну и за раз посмотрю, заряжается ли телефон. Вот. Хотя это можно проверить мультиметром. Видите, да, зарядка идет, 3.38, 3.39 сейчас будет, вот она, то есть зарядка пошла. Так, ставлю на паузу, телефон заряжается, включаем, проверяем и выдаем клиенту. Итак, друзья, айфончик синий наш заработал. Как видите, батарея подзарядилась немного. Тач работает, все работает. Клиент уже пришел за ним. Ставим финальную заглушку. Восстановление мокрого шестого айфона прошло успешно. Всем спасибо за внимание. Закрутим, так и быть, клиенту недостающий винтик. И даже не возьмем за это денег. 100 евро должен он заплатить за восстановленный мокрый шестой iPhone и за новый дисплей, дисплейный модуль. Вот такие дела.
учитывая, что клиент принес нам iPhone сразу, как только намочил. Восстановление было несложным, недолгим, без замены каких-либо компонентов системной платы. Мы просто вымыли системную плату ВЗВ, прогрели, все заработало. Всем спасибо за внимание, удачи в работе, до новых встреч, до свидания.